Что такое весна? Это время года, когда все пробуждается. Медведи встают от зимней спячки. Весна – это когда природа просыпается. На деревьях набухают почки. Начинает таять снег. Расцветают цветы и деревья. Будет солнце греть. Растает снег. Началась оттепель. Оттепель – это когда ярко светит солнышко. Просыпаются весной животные, а летом уже занимаются там чем-то. Весной просыпается медведь, ежик. На деревьях появляются почки. Прилетают птицы из теплых краев. Все очень красиво весной. У меня весне день рождения. Что можно встретить только весной? Роталинки. Это такое место, где все оттаяло травы. Может быть, немного расцветать яблоня. Появляться подснежники. Он белый. У него на стебельке такие пушинки. Почти как тюльпан. Только белый. И может быть и синий. Это цветок, который растет под снегом. У него белые лапки. Лаписти и пушистый стебель.